7 книг, 102 балла, 75 сотых. Борынди Юрий. Арио! По Украине он занял 46 место. Спасибо большое. Ну, марафон, как всегда, марафон – это удача такая, на самом деле, послужить вместе с Шрилой Прабхупадой, поучаствовать с первыми, сказать, станции, потанцевать с ними, так сказать. Потому что на харинамах хожу, попеть, потанцевать с людьми – это классно, всегда приятно. Вот. Желаю всем ходить на харинам. Вот, и благословение. Хочу вас попросить у всех. Вот, благословите, чтобы вот, можно было участвовать в этом замечательном служении. Ну, вечь. Ари! 227 книг, 138 очков. Он занял 36 место по Украине. Это Чамкин Иван. Ариба! Кришна, спасибо. Реально очень важно выходить из санкиртана, но я еще одну маленькую историю вспомнил. Я вышел, ко мне мужик подходит, говорит, знаешь, мне так, говорит, плохо, так плохо, говорит. Ну помоги мне, говорит, хоть чем-нибудь. И я ему дал карточку, говорю, вот ты просто повторяй, Хари Кришна, и слушай. Повторяй и слушай. Он, серьезно? Прям сейчас я буду. И он пошел и просто шел и повторял «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Рама, Харе Рама». То есть это же не так просто, не так сложно, да, просто выйти и что-то такое вот, даже такую мелочь сделать небольшую для Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада, он будет реально очень-очень доволен. Спасибо, Прямо, Харе Кришна. Все только с вашим благословением получилось. И хотел еще попросить, чтобы все плоды ушли Гуру, ушли Прабхупаде, и не так врачам, и Жанна была с Упадой. Все туда областите, пожалуйста. Арива! Первое место. Первое место сынов. 418 книг. 163,75 очка. Это 28 место по Украине, первое кутре. Мохунда Галандера. Арива! Арива! Честно, я хотя веду себя так, как будто люблю, да? Не знаю, зачем. Ну, как бы это первое место только потому, что, ну, потому что, да, преданные просто благословили, и мало, не так много преданных участвовал. Еще до Кумара, если бы он участвовал чуть больше, хотя на пару дней бы выше, что тогда у него было первое место. Так просто я как бы занимал другие служения, тогда как получилось. Но я хотел рассказать одну интересную историю, которая очень сильно вдохновит выходить на санкиртан даже мертвого. Хотите? Да. Нужно громко крикнуть Хари Бол. Хари Бол! Эта история, она из 90-х. Я спросил источник этой истории, из Шастры, откуда принес, очень авторитетный принес, сказал, что эта история проверена авторитетно. И он говорит, когда люди ходят, у них картинка нарисована, да? Каждая своя картинка. И преданный ловит человека за руку, и преданный подобен художнику. Он раз, собака генами устанавливает. Ты душа, есть Бог, ваши, какие ваши отношения с Кришной? Он чуть-чуть так что-то мазочки делает, и человек, о, с другой картинкой уже в другую сторону пошел. И преданный... И как бы понятно, он пошел с книгой, жизнь его меняется, вектор жизни меняется. И что чувствует преданный? Что чувствует преданный в этот момент? Что чувствует художник? И этот преданный сказал, что этот художник, он чувствует поцелуй Кришны. Потом, и он говорит, что это не физиологический какой-то поцелуй,
Это то, что ни за какие деньги невозможно купить. Что чувствует преданный, когда он распространил книгу, или когда он дал махамантру. Ну, он понимает, что я просто почитаю. Но что он чувствует, это то, что нельзя купить ни за какие деньги. Если вы хотите это почувствовать, то это несложно. На самом деле, нужно иметь книги. Книги есть, склад у нас забит книгами. Есть карточки удачи, есть просад, есть благословение. Видите, с большими глазами Господь, Он готов. Готов поделиться всеми благословениями, потому что ему это нравится. Вы можете стать проводниками этой его милости. Шопрупада Киджа. Джай! И теперь мы с вами давайте поприветствуем команды и группы преданных, которые распространяли книги. Итак, у нас вот такая самая небольшая команда Дмитрота Алина Рубать, которые распространили 10 книг, 12 половин очков. Арибо! Арибо! Пятое место командное, 39 книг, 22,5 очка. Это целый департамент. Пуджи. Арибо! Арибо! Между Пуджи они умудряются распространять. Раз и прилетел. Кто не ждал? 54 книги, 71 очко. Четвертое место. Храмовый маркер. Арива! Скажи, Кунжала там. Третье место. Преданные. Большая команда. Распространение 202 книги. 82,25 очка. Ежа життя. Арива! Для тела, но пища для души у них тоже есть, они не дымят. Второе место, преданные команды распространили 77 книг, 116,5 очков. Здесь Александр, Матжа Алена, сын Балачандра, Ершовый. Арибо! Арибо! А вот и они, наши герои. Спасибо вам большое, преданные. Спасибо. И первое место. Команда. Очень такое удивительное название. 215 книг. 288,75 очка. Нитьянанда Крипа. Арива! Кто у нас почелил всю команду? Анубхава Говинда. Юра, ты как представитель, посланник. Тебе сегодня за всех нужна. Ари-ари-ибо! Ари-ибо! Сейчас мы пройдемся, поблагодарим тех, кто сделали пожертвования на эту программу, участвовали финансово в том, чтобы санкиртанчики могли больше распространять книги, чтобы они могли снижать цены на книги. Итак, здесь у нас Бхакта Якив. Арибо! Арибо! Юрий Гончаров. Арибо! Зинченко Дмитро. Арибо! Володимир Висковый. Арибо! Сизенко Егор. Арива! Каменчук Александр. Арива! Ишар Кейшар. Арива! Также вы жертвовали палево на марафон Александра Яшов. Арива! Жертвовали фрукты для брамачари, дружина Алена Яшова. Арива! Так, Соводки Курки. Хари! Субботки Курки, Дриал Кришна. Арибо! Команда Рам Виджая, начерезным. Арибо! И же знамените печиво в форме сердца. Анастасия! Арибо! Ага, еще самосы для санкертанчиков. Дриал Кришна просто. Арибо! Спасибо большое всем преданным. И теперь мы сейчас зачитаем результат
который сделала вся наша ятра. Благодаря каждому из вас, из всех присутствующих, и благодаря тому, что мы молимся, мы просим Кришну быть инструментом в его руках. То есть это лично наш вклад и вдохновение, которое исходит из Кришны. Итак, за этот марафон все вместе, по милости Господа Джаганатхи, во главе с Господом Джаганатхи, Баладевом Субхадрой и Священной Тайгуру Чандры, мы распространили 2414 книг, что составило 1520 очков. Шри Джаганат, Баладев Субхадра Майя, Кей! Джа! Тайгуру Чандра, Кей! Джа! И по Украине наша ятра заняла, такой диплом нам дали, третье место. Арива! Хорошо, преданные, спасибо. Спасибо всем большое. И обычно ягья, мы не просто праздник, это ягья. И ягья заканчивается пиром. И у нас сейчас будет пир святого имени. А потом будет еще экадышный пир. Сегодня экадыши. Это очень благоприятный день, когда можно прославлять бедных, прославлять Бога, Кришну, прославлять святые имена и прославлять Прасад. Это то, что мы теперь с вами будем делать. Спасибо всем. Ариво! Ариво! Hare 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 Hare
Thank you.
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, we